Добрый день, друзья! Сегодня хочу рассказать о своих покупках на Валберис. Покупки делала для мыловарения. Почему покупала на Валберис? Потому что там бесплатная доставка. Товары стоят немножко дороже, чем на других сайтах для мыловаров. Но если ты начинающий мыловар и тебе нужен штучный товар, брать не оптом, то на сайте для мыловара выходит дорого. Ну вот смотрите, например, вот такая мыльная основа Экосок. Она стоит на сайтах для мыловаров сейчас 360 рублей, на Валберис 383 рубля, разница не очень большая. Но на Валберис доставка бесплатная, а на сайтах для мыловаров в наш город стоит доставка, ну, около 500 рублей. То есть, если берешь штучный товар, как я, начинающий мыловар, то это, конечно, дорого. Если делать оптовые закупки, тогда выгодно. Так, ну, все, кто смотрит мое видео давно, знают, что наша любовь к мыловарению пошла вот с такого набора. Развивашки, зимнее мыло. Купила я такой набор для себя и ребенка, попробовали мы делать мыло, нам очень понравилось, и я решила заниматься серьезно мылом. Мыловарением, но не с нуля, а из основы. В общем, я начала покупать мыльную основу, кое-какие красители и пробовать заливать мыло. Первая моя мыльная основа, которую я купила, это вот опять-таки мыло Экосок. Покупала ее за 445 рублей, сейчас она стоит дешевле. То есть на Валберис цены тоже плавают. Потом ее долго не было в продаже, я ждала. Изучила я много информации за это время. Посмотрела много мастер-классов, потому что на первый взгляд кажется, что мыло варить просто. Там растопил мыльную основу, залил ее в форму и все. На самом деле это не так, есть много нюансов. Вот, которые нужно знать, чтобы мыло получалось. Потом я хотела делать качественное мыло, красивое мыло, полезное. За это время я покупала, еще раз повторюсь, очень много мыльной основы. Заливала формы. Ну, помните, я заливала там снежинки, елочки, елочные игрушки. Я вам показывала видео, если хотите, можете посмотреть. Подарила на Новый год мыло родственникам, друзьям, знакомым. В общем, практически все раздарила. Кое-что продала и оставила для себя. Сейчас у меня дома только мыло ручной работы. Нам оно понравилось, потому что пахнет оно более приятно. Мылится хорошо, плюс не раскисает. Да и детям таким мылом пользоваться гораздо интереснее. Сын у меня сейчас с удовольствием моется таким мылом. Ну, а теперь расскажу о товарах. Так, начну свой обзор с форм. Вот у меня две формы. Первую форму, которую я купила, да, вот такое сердце в розах от торговой марки Animals. Стоимость формы 177 рублей. Уже заливала пробное мыло, я вам показывала уже, как выглядит мыло. Мыло получается около 80 грамм. Форма пластиковая, но очень такая плотная, удобная. Мне понравилось. Сегодня мне пришла еще одна форма. Тоже торговая марка Animals. Эта форма называется «Восьмерка с розами». Стоимость 168 рублей. Форма пластиковая, производство Россия. Купила вот такую ленту подарочную. Ширина ленты 5 мм. Здесь ее 4 цвета по 10 метров. То есть 40 метров ленты. Стоит она, сейчас я вам скажу, 95 рублей. Симпатичная такая лента. Артикулы и ссылки я потом добавлю под видео.
Так, это у нас одушка косметическая. Пионы роза. Тоже потом подпишу торговую марку. Одушка стоит 188 рублей. В подарок положили сухие цветы. Можно будет мыло сделать сухими цветами. И купила у той же торговой марки фиксатор аромата. Тоже вот такой вот флакончик небольшой, 14 миллилитров. И этот флакончик. Тоже положили в подарок цветы. Очень приятно, молодцы. Всегда приятно получать подарки. Следующее, что я вам покажу, это косметический пигмент. Тоже пришел в упаковке. Здесь его 50 миллилитров, хватит надолго. Он не мигрирующий. Производство Турция. Цвет кармин. Положили мне еще сюда такие небольшие подарочки. Упаковано с любовью. Упаковщик Татьяна. Видите, спасибо за покупку. И в подарок еще дали 3 наклейки. Так, стоимость косметического пигмента 219 рублей. Здесь их 300 штук в упаковке. Стоимость 266 рублей. Симпатичные такие. Handmade, ручная работа. Хватит мне их надолго. Здесь их 300 штук. Вот. Потом, когда буду упаковывать мыло, я вам покажу, как это все будет выглядеть. Так, взяла еще такие вот открыточки. Спасибо, видите, хорошо упакованы, чтобы не помялись. Производитель подорожная ЛА. Их здесь 100 штук. Размер у них 5 сантиметров на 9 сантиметров. Называются «Сова». У них там много разных картинок. Тоже брала по акции, потому что другие картинки немножко стоят дороже. Так, сейчас. Как они выглядят, вам покажу. Тоже хватит мне их надолго. 100 штук, видите какие. Вот, видите, даже в подарок положили мне вот такие вот открыточки. Лисенка, ламу. А заказывала я вот такую сову. Хорошие такие открыточки. Я их буду тоже вкладывать в подарок. Сюда я сделала уже визитку с контактами для заказа мыла. Буду сюда приклеивать визитку на обратную сторону. Бирки стоят 266 рублей. Видите, какие. Их тут много, хватит мне очень надолго их. Ну, еще плюс подарочек. Очень приятно. То есть, получается у меня 102 бирки. И купила пакеты. Пакеты упаковочные. Стоят 209 рублей. 50 штук. Тоже хватит мне сейчас, как начинающему мыловару, надолго. Пакетики красивые. Подбирала под форму сердца. Здесь вот даже есть визитка с контактами. Размер пакетика 12,5 на 18 сантиметров. Ну, как раз под сердце и под розы будет отличный подарочный пакет. Видите, здесь нарисованы подарки. Очень красивый, симпатичный. В следующем видео вам покажу, как я заливаю формы, как я упаковываю подарки. Посмотрите тогда красиво, как оно будет все смотреться. Друзья, самое главное, забыла еще сказать о мыльной основе. Обо всем рассказала. Мыльную основу купила. В этот раз белую. Пришла она в такой вот картонной коробке. Дополнительно упакована в пленку. Мыло опять брала Экосоп. Серия Арома. Очень хорошая мыльная основа, мне понравилось с ней работать. Изготовлена она в Новороссийске. Стоимость мыльной основы 383 рубля.
Все, на этом буду заканчивать свое видео. Пока-пока, до скорой встречи. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.